Сегодня в горных и предгорных районах Сочи было затруднено движение транспорта. Основная причина затора – отсутствие у большинства водителей комплектов зимней резины. На Мамайском перевале для того, чтобы пропустить снегоуборочную технику, пришлось сначала усиленно поработать экипажем ДПС. Инспекторы ограничили движение и помогли застрявшим водителям выбраться из снежного плена. В штатном порядке движение было восстановлено к 11 часам. Уважаемые жители и гости города-курорта Сочи, рекомендуем вам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, позаботиться о личной безопасности и безопасности участников дорожного движения, при этом переоборудовав свой автомобиль на зимнюю резину. В целом же в такую погоду водителям советуют по возможности пересесть на общественный транспорт.